Итак, всем привет, с вами 584, мы продолжаем. Какое у нас тут задание? Добраться до станции Черной, найти Ульм. Ульман! Какое оружие-то взять? Патронов-то. Нож, что ли? Опять тут висят. Че, неужели впереди опять будет? Враги, люди. Ну точно. А, это добрые. Ура! Человек? Но как? Человек, ладно, официально. Давай сюда, быстрее! В этих туннелях человека не часто встретишь. Поговори-ка с капитаном. Мы тут, знаешь, по уши в навозе. Присоединяйся. Я бы с радостью оружие дайте, патроны, в смысле. Чё у вас тут все загорожено, перегорожено? Можно я туда схожу? Дайте патронов, мать вашу! Я не знаю, какого черта ты сюда забрался, парень. Но лишние бойцы нам не помешают. Проход на станцию запечатан, пока там не закончится эвакуация. Готовься к бою. Можешь забрать себе патроны, которые лежат в схроне. Теперь ты один из нас. Наш отряд зовется «Дети подземелья». В схроне. Ладно. Если друзья, у вас там бесконечно патронов, я согласен. Еще несколько минут. Помочь защитнику. Не буду врать. Это будет трудный бой. Но подумайте о ваших семьях, которые остались на станции. Ты, урод, дай я пройду. Монстр, который прорвется через линию нашей обороны, попадет прямо туда. Туда, где ваши жены и дети. Через что? Тут такие ограждения, тут захочешь, не пройдешь. Мы не имеем права проиграть этот бой. Где ваш схрон, долбанный? Где патроны? Чувствуешь? Они на подходе. Блин, пока я буду сейчас искать патроны, война начнется. Господи, ну где? Спокойно, без паники. Капитан, твою мать, или кто ты там? Где ваши патроны? А, вот они. Это все? Да пошли вы нахрен. Без меня. Ух. Нет. У меня патронов нет. У нас потери! Чудесный день сегодня. Скучать не приходится. Дьявол, черт, проклятие! Да. Как я буду им помогать с такой количеством патронов? Нам конец. Бодрячком, пацанчики. Бодрячком. Короче, на ножах. Ну, не сдается наш гордый варяг. Пощадно. Чё сразу на меня? Я вообще тут не при делах. Давай помогу. Типа помогу. Ай-яй-яй. Ай, не поймаешь, не поймаешь. Бля-бля-бля. Ай-яй-яй. Не поймаешь, не поймаешь, не поймаешь. Командир, тут ваших уже завалили. Командир, резче стреляй.
Даем нормативы по бегу с преследованием. Блин, как он стреляет хреново. Отбивался только аптеками. Два! Гады! Жалобу напишу на разработчиков, что неправильно расчет сложности сделали. Я уж и так всю игру там, блин, экономлю. Ну нельзя же так давать мало, так очень мало. Я понимаю, бы нож реально там много вреда наносил, тогда ладно, можно было пробовать с ножа, но... Сколько они дают патронов, это ему непостижимо. Раза в два больше надо давать. Как минимум. Ладно, продержались и ладно. Слишком много мутантов прорвалось через нашу оборону. Нужно предупредить полис. Но я больше не боец, как видишь. Слушай, парень, ты должен найти нашу радиостанцию, установить связь с полисом и поставить запись с сообщением об опасности. Вот она. Вы еще кассетами, что ли, я пользуетесь? Я готовился к этому. Удачи, братишка. Что за запись-то? Музыка там? Николая Баскова, что ли, поставить, чтобы все монстры испугались и разбежались? Дай хоть аптеку, она тебе все равно не нужна. Как они вообще пробрались? Здесь все закрыто. Они что, такие умные? Там эти железки как-то открывают. Ульман, Ульман, кто же ты такой? Да, эта игра постепенно для меня превращается в ад. Вот что, нельзя было вот здесь? Я не знаю, как-то встать и их расстрелять. Нахрена там стоять? Вон дверь закрыла засов, все, никто бы не прорвался никакие. Это то же самое с тиграми и леопардами, блин. Встать перед ними и стрелять так же. Задницу подставлять. Ну, я вижу ножи. Ну хоть ножи. Была бы возможность, там кинул нож, оп, обратно забрал, тогда ладно. Вот так. Вот еще здесь кого-то убили. Ужас. Сколько крови. Я бы хотел не пешком идти. Стрелы. Может, стрелы эффективнее? Шары все продам нафиг. Блин, поскорее бы магазинчик какой-нибудь. Хотя, учитывая, что здесь хаос, не думаю, что мне дадут купли и продажи заняться. Чем дальше я иду, тем, блин, мне все страшнее играть, потому что лимит патронов меня пугает. А что, туда нельзя пролезть, в эту дырку?
Зад большой. Ай-яй-яй-яй-яй. Кто там? Один. Хотя бы по два для дробаша давали и по 10 автоматных. Там, по 5 пистолетных. Ну, это никуда не гонится. Два. Там кто? Ой, блин. Ай! Да вашу ж мать. Костер. Все нафиг, никуда я не пойду. Как будто облезлые крысы огромные. Господи! Я все аптеки истратил. Посмотрите, можно ножи забирать. Тогда ладно, тогда еще живем. Ножи можно забирать. I'm Rambo. Да, в принципе, и неплохо убивает с одного раза. Только не говори, что они тут бесконечно будут лазить. Маманя. Рычат так, как будто, я не знаю, львы. На самом деле облезлые кошки просто. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Прям за зад. Мне говорили, на среднем там 15-30 патронов дают, что ли. На легком 30-50. Да, хороший разброс. А на сложном сколько? 1-5, что ли? Как я погляжу. Аптек мне не дадите.
Чёрт! Куда я там упал, а? Еще сохранения не было. Да, просто замечательно. Что мне это все? Хорош, не привлекай внимания. Фига тут. Ты. Кто такой умный тут растяжку расставил? Вроде уж перепрыгнул. Ой. Сюда надо заходить. Аккуратненько так. Что тут? Так, прямо вроде. Прибор у меня есть. Только я не знаю, как его заряжать. А это книги, я думал, тут целые склады боеприпасов есть. Кажется, я не туда пришел, просто проход к поезду. Так. Я не хочу через тех мутантов идти. Мне страшно. Ножи нужны, ребята. Пробежать, что ли? Ладно, рискнем. Ой, не туда забежал. Ну ладно, аптечку хотя бы одну. Сволочи. Да бляха-муха! Гадские отроди. Бегает резко, бро, хопа! И все, и не успел. Как-то надо момент уловить. Что за музыка играет? Куда идти-то мне?
Да. Дайте грёбаное сохранение. Я уже устал тут колесить. Уже улица. Да блин. Ну подбирай же. Нет, 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 не трогайте меня. Я хороший. Я из 4 патронов оставляю себе только один. Где? А ну кыш. Прям настоящее выживание, ё-моё. Кажется, они так бесконечно могут бегать. Так, здесь уже тупик. Куда? Ой, ну не надо меня бить. Яхомуха. Что-то у меня такое ощущение, я назад пришел, нет? Да нет. Не назад, все нормально. Мне нужен новый респиратор. Не случилось бы с моей родной станцией то же, что произошло тут. Вот все, о чем я мог думать. В этом кошмаре я нежданно встретил нового спутника.